Тем временем президент Турции Эрдоган намерен возродить Османскую империю. Такое заявление сделал сирийский постпред при ООН. В ходе кризиса турецкое вмешательство во внутренние дела Сирии принимало самые различные формы, включая прямое вовлечение режимом Эрдогана турецких вооруженных сил в наступательные военные операции по поддержке террористов. Чтобы содействовать проникновению террористов-наемников из Турции в Сирию, турецкие вооруженные силы также обеспечивали огневое прикрытие при передвижении террористов по территории Сирии или вдоль сирийско-турецкой границы. Дипломат считает, что агрессия Турции в отношении России подтверждает связь Анкары и боевиков. Эрдоган причастен к контрабанде нефти и поставке оружия террористам. Также сирийский дипломат заявил, что глобальный миграционный кризис спровоцировали именно турецкие власти с целью финансового шантажа европейских государств. Через территорию Турции хлынули миллионы человек в поисках убежища в Европу. Сирия призвала международное сообщество занять решительную позицию. Анкара нарушает нормы международного гуманитарного права и пренебрегает резолюциями ООН в сфере борьбы с терроризмом и его финансированием. И этому пора положить конец.